Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и сегодня я подаю заявку на участие в мировом конкурсе по рыбалке. Я уверена в себе, ведь мама в детстве назвала меня Катя Руки Удочки. Не зря такое прозвище пришло ко мне, ведь я самый лучший рыбак по версии Майнкрафта. Здравствуйте, меня зовут Эдуард, и я также подаю заявку на участие в мировом турнире рыбалки в Майнкрафте, где будет только два участника, я и Екатерина. Почему я уверен в себе и почему я сегодня выиграю? Потому что с самого детства я каждый день с папой ходил на рыбалку. И даже был такой случай, когда я в 4 годика с папой поехал на океан и случайным образом поймал дельфина к себе в трусы. Вот с того момента я стал лучшим рыбаком во всей вселенной. Хоть и эта мадмуазель заявляет то, что она лучший рыбак в Майнкрафте, но я сегодня докажу то, что я смогу вытащить кита за яйца. Куриные. Да, словить. Я настолько крутой рыбак, то что подо мной даже вода замерзает. А чё ты умеешь, а? Чё? Ой, ну вообще-то эту книжку нашла я, а ты у меня её нечестным путем забрал, так что это не считается. Я что умею? Я умею взлетать. Прям вот с этого места, вот смотри, вот так вот возьму, сейчас излечу. Чё-то пошло не по плану, да? Немножечко, но я учусь, я люблю совершенствоваться. Я только что словил рыбу голым мечом и голыми руками, держи. Чё умеешь ты? Покажи, докажи. Я тоже могу мечом словить рыбу, смотри. А ну, давай. Для начала нужно найти рыбу только. А, вот дельфин. Дельфин это не рыба. Ну логично, да. Сейчас найду рыбу тоже. Вот рыбу вижу. Ага. Иду. Вот 4 рыбки. И... На! Давай, на! Ну куда? И ни одну до сих пор не словила, это ты... Сварила! Сварила! Да, я тебя сегодня выиграю по максимальной программе во все удочки. Вот ща мы проверим. Давно нам нужно было это сделать, вот сегодня. Финальное испытание, финальный челлендж. Мы все же решим, кто лучший рыбак, и уже после этого сделаем тусовочную юбилейную серию. Как бы надо наловить рыбу, чтобы у нас был хороший ужин, чтобы мы могли накормить всех наших животных. Поэтому, Катя, я тебе предлагаю мериться нашими удочками. Давай выходи на поверхность. Ты где? Сегодня нам предстоит 20 раз закинуть удочку и выловить что-то. А потом в конце мы посчитаем, у кого получилось поймать больше всякого разного интересного и драгоценного, а не просто простую рыбу или какую-нибудь фигню. Все верно. Исходя из 20 бросков удочки, мы выясним, кто же вытащит наиболее драгоценный предмет в Майнкрафте. Но перед этим, Катюха, подойди сюда ко мне, пожалуйста. Прямо сейчас, мы давно должны были вот это сделать, прямо сейчас я нам кое-что в эту же секунду забабахаю, давайте я возьму вот так, переделаю в дубовые досочки, и мы с тобой, Екатерина, знаешь, что сделаем? Что? Шалкер-боксы. Вот так и вот так. Один и второй. Держи, Кать, это твой. Сзади тебя. А вот это мой, я его поставлю примерно куда-то, я не знаю, надо с тобой выбрать позицию, кто где будет закидывать удочку. Мне кажется, то, что мы должны быть где-то рядом с тобой, да? Ну да, где-то вот давай выберем ты себе вот эту лодочку, я вот эту. Ну давай. Мы с тобой плывем куда-то в середину океана или на тот остров, или будем прям здесь? Да я думаю, можно вот сюда чуть-чуть отплыть просто, и все, и так вот. Оп, ну давай, оп. давай вот сюда, на этот остров, вот здесь где-то будем с тобой рядом, чтобы была нейтральная территория, а то сейчас будем вот этом на нашем корабле, а там нечестно, там читерная зона. Подходи сюда. Сзади меня стоит мой шалкеровый ящик, и я вот сюда буду складывать весь свой лут, а ты сзади поставь свой. Екатерина, приготовить ваши удочки, на счет 3 закидываем первый раз. Давайте, считайте. Раз. Давай. Два. Давай. Трис. Трис! Я тебя встречу. Я тебя тоже. Я тебя быстрее. Все, тихо, тихо, рыбалка любит тишину. Рыбалка хоть и любит тишину, но я тебя вздрючу, и это не любит тишину. Вытащила рыбу, лохпетка. Ну давай посмотрим, что ты вытащишь. Ну, я тебя... Это не считается. Давай заново. Рыбка, ёперный театр. Я уже 2 раза закинул, уже 2 рыбы вытащил. Да что ж ты будешь-то делать, а?
Пожалуйста, чтобы Кате ничего не попалось, ничего не словилось, чтобы, ну, никакая книга из зачарования, чтобы там не было остроты 5 или удачи 98 или еще что-то. Не попадется зачарованная книга «Мисс Красота 2009». О, и Габрюх. И Габрюх! Ну и что? И что, ты хочешь сказать, что это что-то годное? Так, за... одна рыба, один иглобрюх. Ну, в любом случае, да, иглобрюх лучше, чем обычный лосось, поэтому сейчас посмотрим. Пока я на немножечко лидирую. Что? Тебе весело, я смотрю? Ой. Ты что-то вытащил? Да подожди, подожди, пока я вытащу, только потом забрасывай. Да-да-да, нечаянно просто. Лосось опять. И у тебя опять... А, у тебя улетела треска! Улетел летающий лосось, алло, верни! Это треска! А я лосося. А, то ты лосось... Слушай, ребят, у меня 4 заброса удочки и 4 сырых трески. У Кати уже один лосось, один иглобрюх и жареная треска... В смысле жареная? Не жареная, не ту... не туда, не ту положила. У меня 2 сырые. 4, значит! 4! Я не... Да успокойся, сейчас поменяю, я не ту поставила, не заметила. 2 сырых трески, иглобрюх и лосось. Все, давай забрасывай. Все, кидаем, давай. Ой, темнеет. А если креперюга нападет, тоже будем продолжать рыбачить? Если креперюга нападет, он тебе в первую очередь задницу зарвет, а потом будем продолжать рыбачить с тобой. Да. Треска! Как я люблю рыбалку, мой навык поимки дельфина в 4 годика в трусы как-то мне пока что не вот это не помогает вообще никак. Да мне тоже что-то, моё прозвище, которое мне дала мама, тоже не помогает. Катя, руки удочки, да, я помню? Да. Катя, руки так, удочки. Так, оба. Опа, лук. А у тебя что? А у меня сырая треска. Так, это не лук, это... Подожди, нет, лук. Лук, прочность 3, сила 4. Хаву! Прочность 3, сила 4! Слушай, мать, а на что у тебя удочка зачаренная? Разрешите поинтересоваться? Везучий рыбак. У меня починка везучий рыбак 3, у тебя что? Починка везучий рыбак 3, у нас одинаковые с тобой. У нас одинаковые удочки. Она вытащила сейчас лук на... Прочность 3 и силу 4, да это лучше лук, чем тот, который сейчас у меня. Точно такой же лук, как сейчас у меня в инвентаре, вот прям точно такой же. Как ты это делаешь? Слушай, Катя, руки удочки. Тихо. Вот сейчас сыкотно, вот чуть-чуть, но в любом случае я тебя вздрючу. Че попало? Ты издеваешься, сырая треска. Я буду... Вот, ребят, запомните до того, как закончится этот челлендж. Если у меня в конце здесь будет 20 сырых тресок, вы меня можете называть Эдуард Лох Лашпедонский. Что вытащила? Треска. Напряженная игра, да? Такая прям напряженная. Она бы была напряженная, если бы мы с тобой шли прям вровень, да? То есть ты вытащила лук, и я вытащил лук. А ты вытащила лук, а я вытащил жопу с маком. Больше я ничего не вытаскиваю. Оба. Кожа. Лосось! Я уже не лох лошпедонский, уже лосось вытащил. Лосось! Мне кажется, нужно побольше устраивать подобных челленджей в Майнкрафте, то как бы, ну шо, не обычное же прохождение Майнкрафта, да, то там мы копаем блоки, то мы копаем алмазы, можно в каждой серии делать какие-то челленджи. Сегодня у нас рыбацкий челлендж. Я вытащил тропическая рыба! Ну ты прям рыбак рыбацкий, только рыбу и ловишь, я смотрю. О, иглобрюх. Иглобрюх! А у меня? Что у тебя? Крюк. О, ну это нужная вещь, нужная. Да. Эй, ну чё ты меня-то ловишь, ну? Это считается то, что я словил одну Катю? Не так лови меня! Ну так считается, что я одну Катю словил в алмазном шмоте или нет? Не считается, ты меня не словил. Ладно. Всё, не-не-не-не-не, всё, тихо. Я предлагаю забрать наш шалкербокс и давай, и вот это, передислоцироваться в другую какую-то местность, потому что чё-то мне здесь вообще не везёт. Давай мы вернёмся на наш корабль. Там более удачное Смотрите-ка, не везет ему такой, давайте поменяем место, ага. Иди сюда, здесь будет намного больше вести. Осталось 9 бросков. Угу. Пока что я лох. Пока что ты лох. Но я тебя вздрючу. Все может быть, но я надеюсь на победу.
О, тропическая рыба. Удочка! Обычная! Обычная, блин, а у меня куда-то этот самый тропическая рыба улетела куда-то. А, меня в инвентарь, вот, держи. А, да, хватит. Обычная удочка. Прочность 4. Во! Вот то, что надо прям! Угу. Но все равно такое, как бы, ну согласись. Ну да. Ты чё рядом со мной ловишь? Тебе мало места в океане? Эй, так нечестно! Сейчас снимут тебя с соревнований. Не снимут меня никто с соревнований, я эти соревнования организовал. Блин, из-за тебя падаю. Да ёпарасы ты. Все может решиться в самый последний момент. Посейдон! Бог моря и океанов! Помоги мне выиграть Екатерину Крафт! Ох, кувшинка! 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 Редкими... Ой, редкий, между прочим, предмет. Я сменю вот эту локацию, я заберу сюда наверх, может здесь больше будет вести. Вот это кувшинка, Кать! Опа! Опа, а, да, прекрасно, да, ага, хорошо, еще одна рыба, прекраснейшая, да. Пожалуйста, ну хотя бы книжечку, ну одну-то надо выловить, книжечку. У тебя лук уже зачаренный, ты чё наглеешь? Так, лосось. Держи. Если мне сейчас выпадет книга, в следующем ролике я брею бороду. Прям полностью. Прям я сбрею всю бороду, если мне сейчас выпадет или книга, или зачаренный предмет. Лучше, конечно, книга. Вот ловите меня на слове. Вот если сейчас выпадает книга, брею бороду! Брею бороду! Бороду брею! А это последний бросок, да, у нас получается? Да. Ну, да, по-последнему все. И последний, последний, последний. Па! Далеко, далеко. Ну, не очень на самом деле. Но сейчас посмотрим. О, ты смотри, куда она закинула. Хорошо. Вот если сейчас книга, я тоже бреюсь вот это бороду на лысо. Вот всю бороду брею в следующей серии, если мне выпадает книга. Я тоже буду брить бороду, если я выловлю книгу. Тебе какой-то лук прилетел, я видела. Какой лук? Что за лук? Ну ща мы посмотрим, что тебе выпадет, и потом мы сравнимся с тобой. Наконец-то тебе что-то да выпало, да? Ну мне рыба! Рыба! Мне выпал лук на силу 4 и прочность 3! Так у меня тоже точно такой же лук. Только у меня еще там откидывание 1. А? Но у меня при этом есть еще кожа и глобрюхи. Да какой, а у меня зато есть крюки и кувшинка. И кто выиграл? Ну давай подсчитаем результаты. В общем, у меня 13 сырых тресок, 2 сырых лосося, 1 тропическая рыба, 1 крюк, 1 удочка с прочностью 4, 1 кувшинка и лук на силу 4, прочность 3 и откидывание 1. Так, а у меня 3 и глобрюха. 12 сырых тресок, 2 сырых лосося, тропическая рыба, лук на прочность 3, силы 4 и кожа. Ну согласись, что я выиграл. Я на самом деле не знаю, как вот учитывать, например, тот же крюк, например, и кувшинку. Словно говоря, у меня также вот, например, здесь кожа и 3 глобрюха. Мне кажется, поэтому я не знаю. Будет честно, если нас рассудят все же подписчики, а не мы вместе с тобой. Как ты думаешь? Да, я так хотела предложить на самом деле, потому что я не знаю, честно, как оценивать это. Короче, давай сделаем так. Ты напиши в комментах, учитывая наши с Катей результаты, кто из нас выиграл. То есть посчитай количество рыбы, посчитай количество каких-то редких предметов. Только помни то, что у меня лук лучше зачарен, чем у Кати. Это такой тебе небольшой намечек, чтобы бан не получить. И напиши в комменты, за кого ты голосуешь. За меня, Эдуард Трусы Дельфины, или все же за Катю? Катя Руки Удочки. Вот. Катя Руки Удочки. Эдуард Трусы Дельфины. Руки Удочки. Трусы Дельфины. Руки Удочки. Трусы Дельфины. Я, кстати, седло поймала. Ну, как бы это уже не считается, потому что челлендж у нас закончился. Ну, все, как бы, 21-й раз уже не в счет. Все.